Нехватка общественных уборных – проблема, с которой сталкиваются горожане во время праздничных мероприятий, вечерних прогулок или концертов, где скапливается большое количество людей. Однако в нефтяном городе их не хватает. Почему? Попытались выяснить наши корреспонденты. 3 года назад построенные туалеты стоимостью 38 миллионов тенге стали предметом пристального внимания общественности. В настоящее время в связи с заменой 8 туалетов 3 инженерных трубопроводов ведутся ремонтные работы. Большая часть жителей, вышедших на прогулку, также просит не прекращать работу общественных туалетов в вечернее время. Кстати, жители просят внимательно следить за количеством и качеством построенных туалетов. Данные туалеты вообще должны быть открыты. Написано регламент на них туалет. Я за утро раз построили такие туалеты, значит они должны работать. Люди, как конечно, гуляют вечером, в основном вечером после работы. Поэтому надо куда-то ходить. Вот он пока скажет, как же Кривенштейн Барбашин тут только 40 лет, если встану. На перед, будет 40 лет. Вот Анатолий Тикун Алсу. Там в Оле, когда играешь там любую игру, там волейбол, футбол, играешь. Туалет захочет, там туалет каждый раз закрыт. Не можно открыть туалет. Вот поэтому хотим, чтобы открыли туалет хотя бы. Общественные туалеты открыты с 8:00 часов до 21:00 часов вечера. Для жителей в связи с удлинением времени суток это неудобно. По заявлениям специалистов, в вечернее время закрытые туалеты могут стать пристанищем для людей в состоянии алкогольного опьянения с улицы. В вечернее время все туалеты будут закрыты, там могут скапливаться алкоголики. У нас нет возможности следить за всем этим. Да к летнему сезону, к сезону дня можно продлить. Опять же, после подготовки к летнему сезону мы рассмотрим это. По плану общественные туалеты установлены в местах массового скопления людей. Они оборудованы в соответствии с зимней погодой. Также есть освещение, подключенное отопление, центральные коммуникации. Как сообщает сектор координации отношений с горожанами, некоторые туалеты, которые прекратили работу, будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Имангали Бугитбай, Сухия Каттарыгза, телеканал Атырау.